Тем временем в южной столице, Карасуйском и Наукасском районах, возобновили работу более 140 предприятий. Однако часть их была закрыта снова из-за несоблюдения санитарных правил. Работать будут только те предприятия, которые тщательно выполняют установленные санитарные нормы. Гульджан Урматкызы продолжит. Санэпидемиологи совместно с правоохранительными органами начали проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В Нукатском районе был выявлен ряд предприятий, которые нарушили санитарные нормы. Парикмахерские и салоны красоты должны пройти экспресс-тесты и проходить дезинфекцию, а также иметь в обязательном порядке антисептики. Инструменты. Проверки проходят в Нугатском и Карасуйском районах, где выявлены факты заражения коронавирусом. В Карасуйском районе 53 предприятия были закрыты из-за того, что объект не был продезинфицирован. Еще 10 предприятиям были даны предупреждения. С 1 мая в Аше, Карасуйском и Наукасском районах возобновили работу 141 предприятие – салоны красоты, магазины, автозапчастей и автомойки. Однако 66 из них были снова закрыты из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Остальные работают в обычном режиме. Гульжан Руматкызы, Жангыл Турдымаматова, Нурболтуланбеков, ЛТР, Ош.